Всем привет, дорогие друзья! Как вы видите, находимся с вами мы сейчас в поселке Заречное, что находится на трассе Ялта-Симферополь. Именно вот здесь, в реку Салгир, впадает река Аян. Вот сейчас мы переходим с вами через мосток и видим, это река Салгир у нас, которая несет свои воды с гор в Симферопольское водохранилище. Первая ее искусственная преграда – это Симферопольское водохранилище. От этого места приблизительно находится в 18-20 километрах. И мы двигаемся с вами, чтобы посмотреть на левый приток Салгира – это река Аян. Вот именно в этом месте Аян впадает в Салгир. Я уже как-то несколько раз показывал именно вот это место. Сейчас, конечно, вот после последних ливней, после них дождей особых не было. Вот уже прошло сколько времени. И я хотел все-таки посмотреть, какова ситуация, потому что Симферопольское водохранилище многие просят показать. Ну, конечно же, покажу в этом ролике, но чуть позже. Вот слияние двух рек. Сейчас мы смотрим с вами на Аян. Он проходит под мостом. Дороги Ялта-Симферополь вот, хорошо видно. Вот он идет и впадает в реку Салгир. И уже далее река Салгир несет свои воды в Симферопольское водохранилище, которое одно из двух, как я считаю, самых проблемных. Еще Изобильнинское водохранилище. И какое из них проблемнее, даже вот и не понять. Ну, я думаю, наверное, Изобильнинское все-таки было попроблемнее. Ну, вот такие вот вокруг растут цветочки, все благоухает. Температура воздуха, кстати, небольшая была, не очень, вернее, большая, где-то 23-25 градусов тепла и переменная облачность. Но начнем мы с вами, дорогие друзья, с реки Аян. Обратите внимание, какая чистейшая вода уже идет со сбросного канала. Как всегда, мы с вами на месте возле ограждения, и за этим ограждением совсем недалеко идет сброс воды из Аянского водохранилища по сбросному каналу, сделанному каскадами. Вот видите забор, здесь предупреждение, что туда проходить запрещено. Ну и не пройдешь, как пройдешь. И вот такая вот сейчас река Аян по мощности. Конечно, уровень упал, но все равно идет по сбросному каналу, по перетоку. Чистейшая водичка. Практически Аянское водохранилище наполнено на 100%. И вот сейчас излишки воды отдает Симферопольское водохранилище. Ну, по Симферопольское водохранилище я сказал, похоже, мы с вами посмотрим. А сейчас традиционное купание на реке Аян. Достаточно чистая вода, если учесть, что после вот этих ливней река и Бельбек, и черный такой, желто-бурого цвета. Ну и здесь Аян был тоже такой грязноватый, но не так, чтобы все те остальные. Ну здесь потому что вода идет сбросом через сбросной канал, поэтому тут отстаивается она, входит, кстати, тоже не очень грязная вода, вот именно в Аянское водохранилище. Вот посмотрите, исследуем дно реки Аян, тем более, что оно не глубокое. И вот несколько раз я до этого был здесь, практически сухое было. А сейчас вот такая мощь, дорогие друзья. Ну и теперь давайте взлетим, посмотрим Аянское водохранилище и посмотрим переток сбросного канала, как все это выглядит. Самым первым я вам показал, как идет сброс воды, искусственный сброс воды. Уровень воды поднялся до вот этого перетока, и она сама собой потекла вниз по течению. Сбросной канал даже до конца еще отремонтировать не успели, и вот такими красивыми каскадами вода идет
в сторону реки Салгир и затем, соответственно, в сторону Симферопольского водохранилища. Ну а, как мы уже всеми знаем с вами, Аянское водохранилище, проектный объем его 3,9 миллиона кубов, площадь зеркала воды небольшая, всего лишь 400 тысяч квадратных метров, максимальная глубина 24,5 метра и высота над уровнем моря 404 метра. Построено это водохранилище и используется для водоснабжения города Симферополя. Одно из трех, еще Симферопольское и Партизанское. Вода подается по 18-километровому подземному водоводу в очистные сооружения на Петровских скалах. Самый интересный факт еще, что при строительстве в 1928 году на трассе были сооружены каптажные здания в восточном стиле, два из которых сохранились до наших дней. Если идти вот в сторону реки Аян, где она входит в водохранилище, там через 2 километра именно из гор вода, воды Аяна и выходит. И вот там вот это одно из двух каптажных сооружений, очень красивые там и есть, дорогие друзья. Так что, кто не был, обязательно сходите туда. Ну, а мы сейчас с вами наблюдаем, как идет переток на сбросной канал. Вот такие красивые кадры здесь вот мы видим с вами. Как мы видим, стоит еще техника и идет ремонт сбросного канала, собственно говоря, и самой плотины Аянского водохранилища. Вот обратите внимание, деревья полностью погрузились в воду. Ну, столько воды уже здесь не было, что уже на дне Аянского водохранилища начали расти деревья. И вот вода хлынула, и вода, естественно, все это затопила. Хорошо видно очертания, контуры берега. Уже и здесь практически никаких запасов не осталось. Вот вода подошла к своим историческим отметкам, своим проектным отметкам, вернее, вот затопив здесь все вновь выросшие деревья и кустарники. И вот туда вдаль уходит Аянское водохранилище, именно вот оттуда река Аян и поступает сюда. Само по себе Аянское водохранилище, конечно же, небольшое по сравнению с Симферопольским и тем более с другими Партизанским и Чернореченским водохранилищем, но все-таки, дорогие друзья, оно играет тоже важную роль в снабжении столицы Крыма, города Симферополя и окрестностей. Тем более вот быстро. Одно из самых первых, кстати, Аянское водохранилище наполнилось. Рядом, совсем рядом проходит трасса Симферополь-Ялта. И, кстати, вот одно время говорили, что собираются строить еще два новых водохранилища. Одно в Алуштинском районе, а другое вот именно где-то в районе вот Аянского водохранилища тоже. Ну, где конкретно пока не определились. Так что, дорогие друзья, будем ждать. Ну а теперь давайте посмотрим. Вот этот колодец в предыдущем ролике у нас был практически залит водой. Вот хорошо видно в левом углу. Сейчас, конечно, вот эта вот труба и верх колодца от воды освободились. Это говорит о том, что уровень воды в Аянском водохранилище слегка упал. Ну и значит, приток воды с Аяна сюда значительно сократился. Так что я думаю, что еще несколько вот дней, может быть, неделю, и сброс воды через вот этот вот сбросной канал прекратится, и строители могут дальше продолжить ремонт именно сбросного канала Аянского водохранилища. Здесь вот такая вот красота, дорогие друзья, посмотрите. Плотина на переднем плане Аянского водохранилища и, собственно говоря, сама чаша водохранилища объемом около 4 миллионов кубов. Идем на посадку. Ну, размеры Аянского водохранилища, как я уже сказал, совершенно небольшие. Находится в очень живописном месте,
Красивее только для меня вот Изобильнинское водохранилище на первом месте по красоте. Приземляемся и видим мы, вот он, сбросной канал со своими каскадами, который уходит в зеленые насаждения. Пока сброс воды из Аянского водохранилища идет, а это говорит о том, что пополняется, интенсивно пополняется Симферопольское водохранилище. Собственно, едем дальше по дороге Ялта-Симферополь и заворачиваем поворот на поселок Ферсманово. Здесь я постоянно вам показывал реку Салгир, уже с водами Салгира и Аяна. Она вот именно здесь несет свои воды в Симферопольское водохранилище. До Симферопольского водохранилища с этого места приблизительно около 2 километров. Вот посмотрите, мощь, конечно, уже ослабла, но достаточно еще много воды, и Симферопольское водохранилище хорошо, кстати, пополняется. Вот видите, трава прибитая. Вот здесь еще совсем недавно было такое расширенное русло реки Салгир. Река Салгир считается самой протяженной рекой Крымского полуострова, но не самой полноводной. Самой полноводной, догадайтесь, какая река является? Правильно, Бельбек. Ну и вот сейчас реки практически все хорошо наполнены, и Кокоска, и Салгир, и Черная река, и Бельбек. Вот, дорогие друзья, такая ситуация. Ну а мы вот по сбросному каналу подлетаем к водохранилищу, видим, что идет ремонт плотины на сбросном канале. Как кто-то подшутил у меня из зрителей: ты вот сказал про Аянское, что там ремонт идет, и пошла вода через сбросной канал, ремонт не успели сделать. Вот уже проводят аналогию, чтобы и в Симферопольском водохранилище такая ситуация была. А повод, кстати, есть. Достаточно интенсивно река Салгир пополняет водохранилище. Но, конечно же, это не как реки Черные и другие в Байдарской долине пополняют Чернореченское водохранилище. Кстати, кольца там заполнены уже. И вот у нас меточка, вот этот столб. Можете сравнить уровень воды, который был в моем последнем ролике и который стал. Явно заметно, что уровень воды поднялся. Но опять же скажу, площадь зеркала воды Симферопольского водохранилища просто огромная, поэтому, чтобы поднялся там на полметра уровень воды, нужно заполнить здесь большую чашу. Ну а уже не говоря в сотнях тысяч метров кубических воды, чтобы на полметра, допустим, пополнить. И вот мы по плотине идем, видим, плотину водохранилища тоже ремонтируют. Высота этого водохранилища над уровнем моря 289 метров, наибольшая глубина 38 метров, год наполнения 1956 год. Ну, собственно говоря, вот плотина Симферопольского водохранилища имеет высоту 40 метров, протяженность 554 метра и ширина на гребне 10 метров. Вот где мы сейчас с вами и наблюдаем. Техника стоит и идет ремонт. Вот на Тайганском водохранилище тоже такой косметический ремонт сделали. Ну а мы с вами заворачиваем и теперь оценим ситуацию вот по плотине. Здесь у меня тоже есть фотография, можно сравнить, как было, как стало. Но вот по моим оценкам немножко уровень воды поднялся. И еще скажу вам, по последним данным, объем воды в Симферопольском водохранилище сейчас составляет 10,9 миллиона кубов. Проектная, повторю еще раз, 38 миллионов кубов. Так что есть куда расти. Теперь повыше поднимемся и оценим зеркало воды. Обратите внимание, вот особенно хорошо видно с левой стороны наезженные дороги. А это все чаша водохранилища, это дно водохранилища. Видно хорошо, где заканчиваются проектные отметки водохранилища, вот где деревья. Прям вот четко выраженный такой контур по всей береговой линии водохранилища. Так что еще наполнять и наполнять. Ну вот и можно посчитать. Грубо говоря, пока ролик выйдет, я думаю, что 11 миллионов кубов уже будет
из 38, сколько в процентном отношении задача, для какого класса, не знаю, составить пропорцию. Напишите, я, если честно, тоже не составлял, а интересно, в каком процентном отношении сейчас, сколько заполняемость от проекта. Сейчас 10,9 миллиона кубов из 38. Но вот такая сегодня ситуация на Симферопольском водохранилище. Повторяю, это одно из проблемных водохранилищ Крымского полуострова. Ну и оно довольно-таки интенсивно наполняется. А я на этом буду заканчивать, дорогие друзья. Обязательно подпишитесь, кто не подписан, поставьте лайк и комментарий. Всего вам хорошего, до свидания.